3500 жителей поселка Айхал Мирнинского района Якутии и карьер акционерной компании «Алроса» оказались обесточенными. Такие сообщения появились на республиканских информационных порталах в минувшую субботу. В новостных лентах говорилось о том, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Ниже в комментариях сами жители Айхала сообщили, что новости недостоверны. Информацию об отключении электроэнергии на один час в карьере «Комсомольский» нашему телеканалу в пресс-службе комбината подтвердили. Но на производственный процесс отключение не повлияло. Однако сообщение об отключении потребителей, а в частности 3500 жителей Айхала, не соответствует действительности. О некорректности информации в новостях подтвердили и в западных электрических сетях. Прокуратура Удачного уже начала по этому факту проверку. Информация о том, что 3500 человек были ограничены, это неверная. Диспетчер доложил, что 3500 запитаны просто от подстанции «Энергоблок», а тот, кто принял, понял неправильно. 2 февраля отключилась линия Л-120, от которой запитана подстанция «Ближняя», питающая карьер «Комсомольский», и подстанция «Энергоблок», питающая верхний поселок, поселок Айхал. Бытовые потребители путем срабатывания автоматики были перезапитаны от резервного источника электроснабжения, поэтому ограничений электроснабжения населения не было. А информация о том, что 3500 человек остались без света, была непроверенной и неправильной.